Да, были когда-то. Сейчас создам. Ну что, Микола, какое у тебя будет имя? Конечно, персонажа даже нет. Сначала персонаж, потом имя. Очевидно. Так... ну хорошо. Так, что мне надо кинуть? D4. 4 раза. Один. Один раз. D4. 3. О! Что? Столько у тебя навыков будет скидаться 1D6. Да, выбирай, какие это будет. Сила. У меня. Я не могу увеличить этой. У меня 2 и более. Что это у меня D3, короче, будет. Не D2, а D3. Так у меня. В смысле? 2. Если больше 2 единичек, то значит 1 двойка превращается в 3. Правильно. Так у меня. Подожди, сейчас я. Сейчас я. Что сделаю? Подожди, если у персонажа. 2 или более значения 1D6, то игрок может выбрать одну из двоек, которая будет тройкой. Становится тройкой. Правильно? Где, блядь, где это? В конце абзаца первого. Да, да. У меня, короче, 1 тройка и 1. Да. Вот есть много навыков на 3 положительных. На силу есть положительный, на удачу. На силу, есть. На удачу, на любое 3. На интеллект есть. Но я не могу. А, не. Да, да, интеллект есть. На удачу. На ловкость я пока не видел. На удачу, да. Ну, на ловкость пока что нема. На ловкость пока что вилли нема. Есть зато 43-й, это типа любое 3D6 ты можешь. Я сейчас подожду. Да, 43-й это я переделал у человека. Оо! Что ты жировкаешь? Никола. Ну, у меня есть выбор одной из двух. Или взять, ну, любую D3, да? А потом взять обычного человека. Не-не-не-не-не, там в обычном человеке написано. Все ваши характеристики на D. Да, дальше читай. Как 2. Сука, пошел нахуй, ага. Я это предиктил, я это уже. Так в смысле, мне тройка не считаю. Да, но вы больше не можете опять положительные навыки, и вы должны взять этот навык первым. Я думаю, или я возьму это, или что-то другое. Ебан. Мне все равно не хватит, у меня же не будет. Тут ты выбираешь 3 положительных навыка, не забывай. И 3 отрицательных. 3 положительных. Да. Тут много на единичке. Да. Там. Да, Коля, там. А, может... я придумал. Давай статы. Блядь. Мы сейчас говорим статы, потом навыки. Статы, навыки. А, сейчас подождь. Надо победить. Я хотел сделать. Не получается. Статы, навыки, давай, блядь. Я сейчас хочу пользоваться, что я хочу. Сука, ты мне скажи статы свои, ебать. Так чтобы. Я должен понять, что я себе хочу взять. Типа. Ну-ка. Так, у меня есть выбор между Хамоном, Heaven or Hell'ом, да? Да-да. Ты можешь и то взять. А, и там 3 остатки. Там, а, кстати, я же, блядь, это... А, ну да-да, как бы, ещё сейчас так, на удачу вроде бы больше всего, так что... Ну, удачу, да, давай. 3D6 удача, ну, я понял. 3D6 удача, да. Changes. 3 навыка, да? Да, 3 положительных навыка. Бля, хотел Ctrl-S нажать. А, так я знаю, я тупо. Ну ты не остановишь этого персонажа. Хорошо, я, блядь, остановлю. Ну давай. Heaven or hell. Номера мне, номера. Короче, 15-й, 13-й. Подожди, сука. По стандарту. Ой, блядь. 15-й, 13-й и 26-й. Ну, положительные навыки ловко. 15-й, 13-й и 26-й.
Стрельнивый с одного удара, попробуй-ка такого победить. И 26-й? Да. А что 26-й? О, блядь. Ну, я тебе квест дам за то ебанский. То, что я тебе буду давать квест. Теперь станд. Я хочу себе станд, который на экстра лонж вэпон. Подожди, ёба. Сука. Никаких отрицательных навыков выбирать. 3 штуки. Ну, которых отрицательная сила, ловкость или интеллект. Нет, и силу одно, чтобы обязательно. И ловкость, и интеллект. И ловкость, и интеллект. Давай, 3. Блядь. Ну, и плюс позер тебе добавляется. Нет, позер там на этого. Добавляется. На желание берется. Нет, да. Да? Да, позер, если ты хочешь взять дополнительный большой навык. Могу взять один положительный, если тебе это устраивает. Хорошо, я заредачу эту хуйню. Следующий поломы. Следующий раз ты типа... Первая редакция всегда на поломы. Раньше нельзя было взять 4 десятных навыка, а теперь можно. Ну все, сука. Следующий раз ты получаешь поебалу. Ловкость, сила, интеллект, да? Да. Ловкость, сила, интеллект. Давай. Ловкость, сила, интеллект. Ну позера я беру, потому что это на интеллект. А, блядь, не, подожди. Ну, ты можешь взять через... Потому что меня надо убить. А, ну да, кстати. Бля, Heaven on Hell и Standard Sky. Ой. Не извиняюсь, сорян. Ну ты, сука. Спасибо. Не знаю. Ну можно по классике. Ну естество беру на 20. Номер 27? Да. Ну все равно со мной 1000 убей, так что нема смысла носить доспехи. Тупо голый, блядь. Ну голый стандартская, ну это по классике. Но зато все любят королевство. Зато все любят? Да. И еще могу с одного удара все пить. Так, раз. Еще 2. Так, осталась мне сила и ловкость, да? Угу, самое сложное, потому что очень мало на силу. Ну, на ловкость вообще мало, а на силу сейчас более-менее пришли. Да, я могу какие-то профилия взять, конечно. Там какие-то новые навыки я добавил. Привет всем, я только проснулся, добавил навык. А чего? Профилия-то надо все сразу, да? Типа, если маленькое? Надо было выбирать первым. Так это если все маленькое, да? Типа, я просто... Если проснулся. Одно любое маленькое. Это типа, ставишь, типа, одну из этих ход. А, блядь, там, кстати, 1, 2, 4, любое, ладно. А смысл? Это слишком жесткий дебаф. Это слишком жесткий дебаф. Но ты... Нихуя ты не получаешь от этого. Только один положительный и один отрицательный, и все. Ладно, я потом заедачу. Это real дебаф. Хорошо, ну, блядь. Ты все равно не берешь. Я потом зарядачу. Возьми волосы, можешь себе высыпать. А это на удачу, у меня удача хорошая. Да, там очень много на удачу. И он очень много на интеллект. А ты на интеллект вроде взял. Сила, ловкость, а? Как же там есть рифмоплеты. Ты можешь взять рифмоплета Хоку. Ну так я Stand at Sky, а Stand же не важно, да, типа? Пока что, пока Stand... Я подыщи, блядь. Ну, тип взять, духа я способен себе сюда сосмотреть. Можно взять без ножа, как бы, по косплеить, жижу. Но чтоб сам тебя носил. Это сила и ловкость, блядь, я же мало на силу. Нет, мало на ловкость, на силу еще более-менее. Последняя, так... Можно хайку взять, по идее. Но я сейчас... Но ты будешь долго ебаться, мне кажется. Лучше бери стихоплёт, ну заебись. Тупо на глаголы надо рифмовать. Да изи ж. Блядь, мне не хочется рифму говорить. На глаголы? На глаголы ещё более-менее легко. Ну, я могу собрать вообще сейчас ультра имба энерджи или сейчас профиличем. Но я не буду профиличем. Я как хочешь. 25-28 и всё. Сука, пидорас, ну-ка.
Ага, так. Ну, стад, значит, тоже не будет далеко ехать, так? В смысле, он медленный. Ну, передвигаешься половину скорости свою. В половину скорости? Ну, так ну, это дальность. Ну, три... Ну, заход ты помещаешь не 30, а 15. Значит, дистанция только будет помещаться. Станд close range. И какие часы? 28? Чего close range? Ты на все, все, все. 28. Нихуя. У меня из-за того, что... Вот, подожди. 28 это вторая, третья в ней? Да, 28. Ну, давай сейчас. Ну, что? Все? Станд не может быть этого. Он же отражает владельца. Да. Ну, так и не полностью же. Во-первых, ты вот... Я характеристики станда тут просчитываются? Ну, это слабый, но гость обилка. Слабый станд, гость обилка, ну давай. Ну, это станд револьвер. Но, если что... А, вот, блядь... Стрелковка на экстра лонг рейндж. Снайперская винтовка? На экстра... Не, я хочу просто что-то дальнее, потому что мне надо как-то убивать людей, потому что мне могут удариться на дырщики. Блядь, я куда записал станд? Так, подумал, название станда, давай. Это станд должен быть... Так, сейчас... Я сейчас придумаю идеальный станд. Я тебе за рандомлю. Нет, я название рандомлю, ты думаешь... Нет, я придумаю обилочку, сейчас. И все. Я в прошлый раз это, эссенцию этого персонажа прочувствую. Неважно, как тебя пронять, я все равно буду ваншотить, да? Да? Да. О, Джоджо обещал стан-генератор, ну, нормально. Сука. Медленный, ненавидящий людей, которые любят пауков. Go forth. Ну, это вот стыдно. Можно, конечно, Сильвер Такус, но это уже будет слишком. О, Generation X идет. У меня есть личная гвардия. Я не знаю, что, блядь. Ну... Да, хорошо. Принц да, Стандвизер. Что ты выбрал, блядь? Но фундиен анимал, блядь. Скинь мне, я сейчас пародию. Так это стандный генератор, хуйня. Ну, ладно, похуй. Ну так думай над названием станда. Думаю над сущностью станда. Ну думай. Мне кажется, это зубочистка, которую ты можешь другим людям давать, и чтобы они молчали. А? Как ты? Ну это такие станды написаны. Нет, это я такие станды придумал. Хуйня полная. Зато ты можешь говорить, тык, я... Ты такой, они не могут отказаться. Да, они не могут отказаться, они берут и замолкают. Ой, уже нет. Молча киваешь и согласна. А так как ты любимый принц, они все согласятся. Любые члены общества. Ну это общество королевства твоего, ты понял? Если что? Ну так просто не надо уезжать. Ну да ты... Я ж, Коля, что я создаю миссию. Коля. Я буду посылать туда людей. Ты забыл, это будет золото Dragonborn. Citizen Kane, ебать. Гражданин, как это? Гражданин Кейн, ебать, Коля. Коля, название клёво. Блять, гражданин Кейн, это охуенно. Это какая-то про зиму какая-то билка, по идее. Про зиму? Да. Создаете Голливуд. Блять. Ну и ублюдок, конечно. Создаете. Создает самки. Ты можешь ездить на самки. А вообще, ты естество, ты медленный и арахнофилофоб. Вот. Я думаю, что это станция, которая может контролировать окружающую местность. Блин, сука. Пиздец. Персонаж еще такие, ну, не рафляны какие-то получились. Потому что дебафов мало, а бонусов можно сильных много взять. Ты меня не сможешь убить, тупо. Надо что-то с этим 3D6 что-то делать, блядь. Это хуёвая механика, на самом деле. Ну,
Не, это заебись. Я, надо механика это... первых блюдцов было рафляне. Там тупо циркро это создавалось из-за того, что там в системе анально запрещено создавать хороших персонажей. Ну хорошо, это, блядь, да-да-да, жопу. Ну шо, давай. Станд, который... Название станда. Ну сейчас. Дашь название станда, а потом будем думать про обилку. Просто знаю, что это слабый станд, но его какая-то обилка, которая хитро выебанная, которая зависит от удачи. От удачи это, наверное, просто количество этих... А, ну это все. Я кто по кого указал, что станд? Что? Я по кого указал, что станд? Ну что, у тебя будет зваться станд Паука Лока, и он будет говорить тебе, делай это, и тебе удачи, будет удачи, как у негра. Так у негра не было станда. Ну что, будет? Я пишу? Сейчас, подожди. Я... Да какая обилка? Обилка, которую я предложил, не считается? А какую ты предложил? Я говорю, контролировать местность в рейнджере. Это сильная билка, да? Но сила тебе маленькая. Ну, медленная, да. Че сила? Так я сначала, ну, не слабая билка, там, типа, не знаю, резать людей травой, там, как этой. Коля, блядь, говорю тебе, твоя обилка станда, ну, от удачи зависит. Ну. Если ты будешь мне подсказывать через станд, который зависит от удачи, ты мне должен взять дыма выигрышные способы подсказывать. Ну, то есть... Даже это другое, думаю, другое. Но... Ты даже будешь как мастер мне помогать выбираться из всех хуйни. Это типа, ну... Какой, это... Ты вносишь меня в какую-то хуйню и сам... Да, типа, это... Играешь сам с собой. Это... Против самого себя играешь, да. Ну, я, в принципе, могу мне, типа, это... Нет, другого. Ну, что, ну, что, судачи, судачи. Да, сильно, сильно судачи. Но не такое, как я сказал. Коля, ну, конечно... Ну, у меня были идеи, станда, что там, к примеру, определенное время дня все получается. Например, 2 часа в день, у тебя golden time, и можешь делать все, что хочешь. Ой, 2 часа это нахуя, ну как бы. Это слабый станд. А ты потом 15. Скажешь, все нападают ночью, а golden time, то, к примеру, 12 дня, и я бы никогда не завязал этот станд. Ну так как у меня большая удача, это потом акты, еще, и на full day, и такие, опа. Блять, это какие-то... Это какие-то пацан, полная противоположность этого персонажа. Первого были хорошие остатки, но его никто не любил. Потому что он был низкой удачи, насколько... А тут, да, а тут наоборот. Всё хуйня. Это нормально. Ну так что? Билка... Ну, ты говоришь, мне кажется, надо это что-то с природой связано. Нет. Потому это что естество. Блять. Медленное естество. Медленное естество. Медленное естество. Ну тупо Green Baby, ты станд там, где не может догнать себя. Не, ну это... Слишком естественный станд. Ну так это слишком имбак, тебе просто не могут подойти. И ты можешь поебалы всем бить. А, ты не... А, ну да, ты можешь поебалы бить, в принципе. Ну да. Сам, не через так. Ну мы же не знаем, мы же Green Baby ни разу не видели, где же. Ну это же был пиздюк, это, а не полноценный стандмейкер. Ну сейчас увидим. Ну медленное, что в природе вот медленное? Ленивец. Да. Медленное, ну вот, медленное, кроме ленивца, к примеру. Что? С ленивцем сходу ты не придумаешь стан ленивца. Я что-то думал, что замедление сердцебиения, что ты можешь, типа, сердце бьется раз в минуту, типа, что-то такое. Замедление это будет. Это, короче, типа, похоже, как станд, как фрукт Иванкова контролирует свое тело абсолютно. То есть менять метаболизм и хуизмы. Блядь. Да? Ну просто, тебе все равно с моего удара уебуть, да? Оглушать. Я просто... Блять, и ты всех с одного удара убиваешь. Просто если у тебя не было в этой дурни, тебе можно было в этот станд типа взять и не ебаться, потому что этот станд тогда изменял метаболизм тебе, типа ты с большего количества этих тычек. Хитов, да. Да. А, так, в принципе, и... можно, к примеру, апать мою скорость тогда благодаря этому. Метаболизму, хуизму. Да обычный. Да обычный хотя бы, да. Нет, нахуя тогда медленный, блядь?
Ну, надо, если штанда не было, надо тогда другое, бы был бафом. Чтоб медленно, что медленно стывался. Медленно, чтобы стывался? Да. Ну вот кто бы медленный стенд-юзер этой? Обладатель урожая. Следственно, мне должен быть урожай. Медленный стенд, он же компенсирует дебафы, а не выражается в дебафах. Вот кого был медленный стенд у этого? У Акуяса был медленный стенд. Ну, конечно, сам не был медленным. Он был тупым, но не медленным. Ой, сила была. Просто у тебя тупо лак. Кто был... Ну, лакирок был негр. А кто еще стенд-юзер был тупо лакирок? Параналеев. Пережиться на две арки. Блять. Надо вот... естество медленный. Арахнофилофобы, значит, не любят людей, естествоиспытателей. Ну, тупо вот стан, который, возвращая вещи в материалы, короче, превращая в изначально. Естествоиспытатели, в смысле? Ну, арахнофилофоб, это арахнофилы, значит, это, возможно, человек, который, изучая насекомых, естественно, ученый, соответственно, прогресс, прогрессивист. Любит пауков, блядь, какого? Это я, логическая мысль. Тебе интеллект, ты хуёвый. Так я говорю, так я превращаю, вот, тупо, ударил по камню, по шлифону, превратился в булыжник. Тупо. Нет. А ты обращаю прогресс назад. Нормально, но хуйня. Не забывай, ты любимый принц, тебя все любят. И ты не любишь людей, которые любят пауков. Ты всегда голый? Не, не всегда. Всегда. Я могу тряпичную одежду носить. Тут не написано. Не написано. А, почитай еще раз, пожалуйста. Вы не можете носить броню. Или одежду. Это ты поменял. В документе, откуда я читал, там было написано 3. Пошел нахуй. Я тебе... Ты в такую версию читал? Вторую? Да. Ну, 27. Вы не можете доспехи или одежду? Похуй. Ну ты голый ходишь. Ну я хочу себе перфект каунтер, как у этого... Как у Адама из... Там, где пиздилка с богами. Какой перфект каунтер? Я у того, копировать билки. Что я голенький. Не, ну вот это неплохо. Да, это да, да, пойдет. Просто. Просто не может быть. Теперь напережите эту вилку. Не, не обязательно. Я же мог просто уклонялся. А, я же не мог, я же долбоёб. О, идеальная вилка, Коля, как называем? Не, ну, знаешь, мне достаточно увидеть. Давай достаточно увидеть. А, нет, тебе надо... Пережить, потому что тут я невозможно пережить одну вилку. Сори. А что, тебе надо близко увидеть. Ну, хорошо. Близко увидеть, у меня же куча телохранителей. Ну, пока. Не, ну тогда... До начала игры, да. Я не хочу такую вилку, да. Не, давай. Давай я хочу тогда воскрешать телохранителей вилку. Не, ну, блядь, это не медленно, а так ты, ну... Ты можешь понимать, даже сдалёка, но медленно. Типа, ты очень долго понимаешь. Типа, я не понял, ну, мне чё... То же самое, что ты сказал, только плюс еще медленно, что ты медленно это понимаешь. Ну, так у меня же 4 удачи, но потом же акты продвинутся, я буду с каждой секунды. Ну, хорошо, ну, давай. Тупо воскрешаю людей, нет, на свиньи головы. Никаких воскрешать людей. В смысле? Я же только что сказал, что поднимаю, типа. Блять, про обилку, которая копирует обилки. Копирующая не тебя какаси. Станды, как называется. Типа, если вижу далеко? Или что? Да, теперь ты видишь... А, я понял! У меня обилка замедляет время, что медленнее. Это не естественно, Коля. В смысле, время естественно. Время не медленное время. Время неестественно. Понятие времени само по себе это симулятор тупо. То ты делаешь так, что нахуй люди такие, хуяк, и все делать один момент, блядь. Коля. Наоборот, один момент. А может я медленный за то, что все быстро? Коля, блядь. Ну просто хочется себе какие-нибудь полезные станды. Ну копировать обилки, полезный станд. Ну так это надо. Вот какие условия обилы? Вот тебе сколько? 3d6, да? Прокидываешь больше, чем... А, я могу на удачу уклоняться. Ну ладно, сойдет. Прокидываешь больше, чем... Блять. Как такое число сказать? 14? Прокидываешь? Копируешь. Так ты же не умеешь.
3D6. 3D6. 18 максимум. 14, блядь. Ты хочешь, чтобы я выкинул... 14, 15, 16, 18. По пятерке, и это тогда станут где работать раз, сука, в год. Вот я сейчас скину 16 до 6, да? Ну. Сколько там выпадет пятерок? Ну, ну, давай, давай, ну, сука, давай. 16 до 6. Сколько выпадет пятерок? Если у тебя хоть 4, ты... О, пошел нахуй, мы... Ну, блядь, а, 14. Не работая. Вот сработало раз, два, три, четыре, пять. 5 из 16. Где ты видишь? Ну, больше 5. То, что если мне 3 четверки выпадает, обилка не работает. 5 из 16. Это меньше, чем 30%, что обилка сработает. Так ты медленный, просто нормально. Так заебись, обилка же хорошая. Хотя бы 12. Ой, ну, блядь. Ну ладно, 13. Вот, ну хорошо, ну 13, да, 13 пойдет. Но если ты будешь, типа, часто выкидывать больше, чем 13, ну да, нет, 13, тогда будет 14. Давай. Асик. Название. Нет, 14, потом будет эволюция. Так эволюция потом можно будет. Можно будет самому придумать обилку и завязать. Ну. Я не знаю. Это же обилки, они же зависят в зависимости от ситуации. Ну все, хорошо. Давай название станта. Идеальное обучение это. Название станта. Сейчас я переведу, как это называется. Идеальное обучение. Не идеальное обучение будем. Будет интуитивное обучение. Ну вот это по-нашему. Да. По-мужскому. По-мужски. Русский на русский приведите. Блять, записать способности. И переведу сейчас на латыни, блять, или я не знаю. Intuitive learning. Вот это долго пришлось, блять, ходить в эту переводчик. Мне просто по слуху вообще как нужно звучить. Intuitive learning. А как на латыни? Там когнито получается. И чем-то не нравится когнито? Когнито эрго сум, ну все. Просто это произносится по-другому. Intuitive cognita, это получается. Cognita? Intuitive cognita? Да, но... Или можно, не знаю, на японском. Как на японском изучать? Скорее... Токантеки на гакшу изучить туда. Так, к минорифу. Share of your life? Да. Где, что за песня? Вот это я могу скинуть. Share of your life. Ну все, как бы, perfect stand user is born. Или по-другому... Союл. Союл, блядь, будешь кричать. Союл. Союл, act of war. Если, а, если имя, это... давай, блядь, имя. Имя. Ну, я так подумал, ну, тут надо Григорий, тут другого имя не ложится. Надо королевское имя, а королевское имя только Григорий. Григорий шестой. Нет, не шестой. Получилось, что... Один, а, да, шестой. Получилось? Одна ловкость, одна интеллект, одна сила, три удачи. Шестой, соглашусь. Шо тупец, ты бачишь? Что именно? Григория. Да. Бачишь снизу там это, яких. Плохое значение, хорошее значение, отличное значение. Ты видишь кнопки? Где? Под Николайка. Это подумаешь. Я же убрал эту кнопку. Какую? Ну, типа, вот это было. Что
что мне надо заниматься? А, блядь. Я у таких людей работаю. У таких? Мастермайндов. Сейчас бачиш? Коля. У тебя раскрыта эта менюшка на этой иконочке или нет? Бля, что я, блядь, сделал? Ну типа, что ты мне сделал? Иди сюда. А, сюда. А. Минбар поставил. И будешь нажимать, она будет покидывать. А, ты. Ну, удобно. Не знаю. А это типа плохое, это единички, двоечки и троечки, да? Да, да, да. У меня вторая билка не пригодится. Коля, хорошая, не надо, в принципе. Да, хорошая, в принципе, не надо. Ну так, сейчас, я продумываю тебе квест. Сейчас чай пошли пить. Что? Разрывай запись.